Очаровательные дамы, попробуем. Мы сегодня делаем несколько вариантов, как прикрыть наши плечи. И все давно не новые, но бывает так, когда надо, всегда забываешь. Поэтому мы их повторим. Наш палантин, самый простой способ забросить на плечики, присобрать. Мы берем просто декоративную резиночку. Можно немножко вот так вот сделать. Очень просто, но в то же время красиво смотрится. Мы можем также использовать и на бочок, на одно плечико. Вот уже у нас получится вот такой вариант. Здесь длинный у нас усик. Мы его присоберем, возьмем резиночку и этот. И завяжем. Интересный вариант получился у нас с вами. Можно эти хвостики завязать. Это будет выглядеть вот так. И еще один наш палантин. Мы завязываем. Перекручиваем. Выравниваем. Смотрится с очками. Элегантный, загадочный, но неповторимый. И когда нам не нужен капюшончик, мы его опускаем. И, в общем-то, наш образ не менее красив. Очень-очень просто. Смотрите, мы возьмем эту часть палантина под шлеечку. Так. Потом мы все расправим красиво. Эту же часть мы тоже немножко вот так присберем и запустим под шлеечку. И сделаем как будто вот такой рукавчик. Если нам надо, конечно, прикрыть плечико. Если же нет, мы его возьмем и вот так запустим сзади. Ну и смотрим полный наш образ теперь. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Сейчас я подберу по цвету какой-нибудь. Ну, я думаю, мы выберем вот такой цвет. Как вам такой цвет? Я думаю, он очень подойдет. Смотрите, что мы делаем. У меня этот шарф 180 сантиметров. Мы забрасываем. Распределили. И теперь вот эти кончики мы протянем. Вот таким образом, чтобы у нас получилось так. Хотите, вы можете оставить так, если вам надо, если вам понравилось. А можно эти кончики просто вот так вот закрутить с одной стороны. То же самое и со второй стороны. И вот то, что у нас получилось. Вот такая легкая накидочка. Кручусь со всех сторон, показываю, чтобы вы посмотрели. Так что, если вам идея понравилась, обязательно пробуйте, экспериментируйте. Ну, а я жду от вас ваших комментариев, ну, конечно же, реакции.